Лес вернули государству. Ивановская природоохранная прокуратура совместно с Комитетом региона по лесному хозяйству провела проверку по факту оформления в собственность земель лесного фонда на территории Лугского муниципального района, бывший совхоз Тимирязевский. Оказалось, что в частных руках в собственности гражданина и юридического лица находится огромный участок леса – 2750 гектаров. Остановить от повальной рубки экс-владельца смогло только судебное решение. При установлении факта наложения земельного участка на земли государственного лесного фонда собственниками данного земельного участка началась полномасштабная рубка лесных насаждений. По заявлению прокуратуры приняты обеспечительные меры. Рубка там в настоящее время приостановлена до вступления решения суда в законную силу.